Друзья, всем добрый день. С вами снова Дмитрий. И наша компания. Максим и Данил. Значит, ситуация какая? Вот видите, бассейн композитный. Будем сейчас обваривать его пленкой полностью. Здесь по какой-то причине вырвало дно. Вот, мы залили стяжку бетонную. И приступаем к реконструкции этого бассейна. Вот сейчас вот он в таком вот состоянии. Максим режет углы с ПВХ-напылением для того, чтобы потом смонтировать их на бортик бассейна. Вот такая вот конфигурация. Вот, друзья, угадайте, пожалуйста, кто производитель данного бассейна? Напишите в комментариях. Вот дно от композитного бассейна. Такой вот композитный материал. Еще и с утеплителем каким-то. Его просто вырвало, это дно. Мы вырезали и залили стяжку. Так вот. Данил тут разбирает закладные детали, чтобы нам не мешались они при монтаже текстиля, пленки. Потом назад будем монтировать. Вот такой вот тут у нас красавчик. Друзья, вы не забывайте подписываться на канал, кто еще не подписан. Жмите колокольчик, чтобы не пропускать интересные видеоролики. Кого интересует ремонт композитного бассейна по стоимости, пишите в комментариях, пишите в WhatsApp, задавайте вопросы. Мы работаем по всей стране, поэтому в любой город сможем выехать и сделать реконструкцию композитного бассейна. Итак, приступили к монтажу уголка с ПВХ-напылением. Сажаем его на клепки. Монтируем. Уголок, к которому впоследствии будет привариваться пленка. Пленка не клеится, а варится, сваривается между собой, либо к углу с ПВХ-напылением. Значит, смонтировали уже углы с ПВХ-напылением. Вот так вот у нас все получается. И начинаем клеить геотекстиль. На ступеньках тоже смонтировали. Значит, сейчас поклеим геотекстиль.
на чашу бассейна и начнем варить пленку. Вот так у нас бортик получился. Итак, поклеили геотекстиль по всей чаше бассейна, развесили пленку и проварили швы. Вот посмотрите, как у нас получается. Эта ниша должна вообще быть под противоток. Неизвестно, почему здесь скиммер смонтировали, но это другой вопрос. Вот обратите внимание, как смотрится пленочка. Как сваренная. Прям нигде не топорчится ничего. Пузырей никаких нету. Композитный бассейн, конечно, очень сложной формы. Его очень сложно сварить. Но нам, чем труднее задача, тем интереснее. Вот обратите внимание, как сварен бортик. Вообще, по-хорошему, если бы пол был на уровне с чашей, да, можно было сюда просто положить камень. Так было бы правильно. А так как здесь вот пол ниже уровня бортика бассейна, значит, вот так вот обварили. Вот. Вот как у нас радиус сварен. А вот так вот у нас сварен угол. То есть без всяких там латок, закладок и тому подобное. Вот правильная сварка угла. Вот так он должен выглядеть. Ну вот мы доварили ступени. Теперь осталось закатать дно. Вот скажите, правда ли, в таком цвете, в таком виде бассейн стал намного красивее? Ну так все.
Закончили ремонт композитного бассейна. Получилось достойно. Как можете это увидеть. Швы прошли уплотнитель. Итак, друзья, напоминаю, наша компания «Кирпул Бассейны» работает по всей Российской Федерации, включительно Крым. Мы теперь есть в Крыму. Задавайте вопросы, пишите. Итак, друзья, спасибо, что досмотрели наш ролик до конца. Кто не подписан на наш канал, обязательно подписывайтесь, задавайте вопросы в комментариях. Всего вам доброго!